Всех приветствую. Мы собрались в путешествие опять. Потап Иванович с нами. Полная машина всякого всячи. Это домик для собаки. Собачья будка. В прошлом видео мы ее делали. Широкий Днепр здесь. Почти как в Днепре твоем любимом. В Днепре больше километров ширина. В городе, да? Да. В Запорожье что-то тоже ж Днепр, да? Да. Остановились купить рыбки, как всегда. Это у нас уже ритуал. Перекост. Пока ждала, сама наловила. Не дождались рыбака. Ну что тут вы словили? О, это длинная, это карпа, да? Или это что? Такое. Дайте нам 3 штуки. Ой-ой-ой. Не шумите, хлопцы. Thank you.
остались палки. Невыгодный бизнес. Уже васильки расцвели, но их так мало тут, какие-то бедные. А, ты про этот камень. Ты сможешь открыть? Может, она тут намертво? То есть посмотри, что тут творится у нее. Может, она уже вросло в землю. Жук привязанный, как всегда, у нее. Здоров! Она вросло в землю. Ну я ты... хотел заехать. Что заедем? Как ты? Нормально. Здоров. 160 на 80, здрасте. Понимаю. Ты выпила какую-то таблетку? Да. Это ж мусор брали, так пляшки похопали, а мусор остался. Кто это, эти? Это эти. Мусорщики. Калина. Это мама покойная еще сажала. О, даже пчелки есть. Хорошо, что еще не успели покосить траву. Колокольчики размножились. Это у нас только в палисаднике росли. А сейчас уже по всему огороду. Незабудки. Бабочка. Привет, красотка. Смородина, малина.
хата, в якій я виросла. Ой, ще гриз. Два куста. Три. Ой, колокольчики розовые. О, шмелики работают. Какой толстожопый. Хороший шмель. А ты спаржу не ешь? Растишь? А это ж спаржа. Ты в курсе, что в Европе едят? Вот эту вот спаржу едят в Европе. Какая спаржа? Это елочка. Елочка, это спаржа. Какая спаржа? Елочка. Это елочки. Это спаржа, когда маленькая только вылазит, это спаржа. Ее едят в Европе. А к нам привозят и сумасшедшие гроши стоят. Самый карась? Карась. Тысячу раз я ловила по всему двору. Чекала тебе. Мне нормально, я его ловлю в день. А где твой кот? А я знаю, мабаха. И он не ест эту рыбу? Я голову к ним этим потеряла. Все почистила? Угу. Молодец. Я думаю, уже и внутренности достала. Ага. И внутренности достала. Все достала. Знаешь, что... Может, в одного засолю, да приправлю, да вечером на костре, на барбекю. Не хочешь? А тебе ешь, что фольга, и что? И фольга ешь у меня, барбекюшница, и так можно. И фольга ешь. Я хотела на медленном огне запечь печки или в духовке. Духовка. Жук, нагулялся? А? Жук, жарко, видишь? Землянку и побег. Обвешивай владение землянкой. Ну. Там мокро. А что там вода? Там влажно, там вода стояла, ты на стене от не прошел. Жук. А там под лавкой. А-а. Ой, я сюда боюсь залазить, Воля. О, господи, я там не надоел. Что, еще живы? Мне надо было бы первого, то я его... Тут этот большой, да все, чуть да? Чуть почистила я того. 300 раз прыгнул со стульки. Так все сразу ловила, а далее уже стала да пожирай. Так, на остальное делай, что хочешь. А что я знаю, тебе хочешь? Ничего. А их пока не хочешь. Я уже утомилась, я с полшестого на ногах. Конечно. Я бы хоть хотела легче. Я полшестого устала. Я встала, потупала... Кофейку выпила и давай в хате. Промыла. Пошла, открыла эти огурцы заросшие. Так я давай их прополола. Будет этому. Будет хата. Хата. Собаки. Жук, я халайся. А вот лавка придет, иди помогаришь. Я вот вообще не пойду, будем в своей бочце жить. Как заросло все. В моем детстве этого не было. Тут справа был дом. На этой яблоне мы все висели, что яблоки были ранние. Баба Удулька тут жила справа. Какая добрая бабка. Николь не ругалась, что мы яблоки ели. Тут была хата. Маня жила. Никитёнова с сыном. Там жила баба. Как-то баба-то, что все курила. А, баба Янька.
Жук, привет. Нагулялся уже? Иди, я тебя сниму кино. Как ты относишься к кино? Нормально? О, ты уже не такие облезлый. Ой, где мой жук? Он старый-старый собака. Ему уже лет 15, если не больше. Хороший жук. Хороший. Пошли. Пошли. Жарко, жук. У тебя вода есть хоть? Пошли водички нальем. Тебе скоро домик будет готов? Как-то давала. Ну что тут? Суп со щавля. Наш балабун был, да? В Ленинграде. Балабун? Да. Трое суток. В Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге. Сказала, мам, такая красота. Да что ноги долгие, так в автобусе, так тяжко. А, на экскурсии? На экскурсии, да. Грибочки. Там из леса. Ну как? У нем там, суп. Не бачила под... Что там? Грибов. Под абрикосиной. Грибы? Да. Ты не знаешь, что за язык. У нас тоже на даче есть грибы. Не те белые. Мы тоже не знаем, что за язык. Белые щуи, они те непонятные. Ну что, приятного нам аппетита. Угу. Я уже хапаю, не сказала ничего. Ты хозяйка, ну. Гостеприимная. Не, я уже сильно есть захотела. Телефон за телефоном. Директор. Вкусные грибы. Привет, а кто это? Я чего-либо, Лиза. И Коля, Лёня. А Лёня? Лёня. А. Не макали. Он треба ученику ходить. А теперь особенно. А дети растут уже. Да. А ученики маленькие. Ох, той поганый малый будет, Дима. Вот такие... Ну что, я не упустила, как-то болезнь. Я как тихо-тихо, только же зубы подлятые. Что? И зубы с петель подлятые. Ну, я малую, по-моему, толкнула. Я, ну, уже заступила, смотри. Где-то по носу. У чагунчику закипятил воды, кинул туда скварочку и крышить хлеб. Наливаю. Ешь рулет. Не буду хибаться рулет, это ж хлеб. Ложка в лоб, бух, ем. Это тебе так? Я не помню. На чуря зовется вот это вот. Ну вот. Чура? Чура. А где твоих рули? Ну, что-то я уже общую ложку схватила. Нормально. Это... Да, вкусные, конечно, грибы. Грибы вообще улет. Я их так люблю, эти зеленки. И брать, и мыть. Мартин. Улыбочку, Мартин. Вас снимает скрытая камера. Да не скрытая. Киска. Ты красивый? Скажи, я красавчик. Наверное, на скажи. Наверное, мои родители были породисты. Кися. О, его мама хорошая была. Ты последний сынок ее. Один не был. Тереза. Наволку тогда порвала, на чуть его косил. Боюсь, так укачался. Ты моя кишулька. А что лаповата была, та я Мишу накатилась. И ты, я сучу, я тебя на всех пускала. А где Мишина-то окошко делась? Та я под машину попала. Вся у капуста, треба в среду на рынку взять калию, сколько да посадить. А куда ты по этой траве? А что там? Уже? А куда ты хочешь? Так поснимать близко. Я до сюда дыры клать. Чуники все гадюки. Будут гадюки? А? Гадюки будут?
запросто, я палю картопли такого, это уже сюда к концу, он так хорошенько лежит, лежит. Не, я про гадюк. Я не... гадюк я один, господи, один и поделюсь. Что я рука сердце? Козочка бегала и вернулась. А чья-то? Совхозка. Дикая. Дикая коза сюда ходит? Да. Тут я кихользе сохотим, там вообще. Ходим бабы Марусянину хату снимем. Ходи. Там же лучи цвела. Свету было. Страшно было позера. Там дыхал. Дубинка постирай. Как за ним управишься. Да. Да я не знала, что до прошлого года там молчали. Все желтые, эти зеленые, эти красные. Понятия не имею. Даже не знаешь. Даже не знаю. Ну, цибулька хорошая вышла. Это большенько ее, а это садила вот точкеньким его. А далее бачу лежит шляпа. Вычагла она такая малюсенькая-малюсенькая. И дротяник через ущу. Ах ты, сволочь ты. Муравью вот эту ходила сюда и посыпала. Да трохи пропали. Это я тут специально ставила укроп. И кукурузы трохи посадила. Ага. Так это была потом, там себе табак садить. Такие растения хорошие. Угу. Ну, теперь рассадим. А туда и нема уже дороги? Нет, туда. Нет. Здорово, сосед. Здорово, Михаил. Теперь не могу, жизнь? Не таки дорогу не кащу. Так приедем, потом кащить. Ну. Как живая, не застрелить. Ой, мне не дай. Кого застрелить? Она в Киеве. А? Анна? Она к тёкам уже, но в Киеве. В осень поехала на зиму и не выедет из Киева. А как они там в Киеве? А кто там знает толку? Не звонит? Ну, мой там, кому мой, кой больше звонит со старых дорог. А-а-а. Ну, на компьютере там. Они кажут? А? Тебе не рассказывают? Ну, они со мной мало общаются. Они же в Ольга Зимовка не общаются. Она будет идти через двор, Николе здоровье скажет. Да? Да. Байка, тетка. Горделивая. Да. А тут трошки меньше, а там уже посреди просто. По второму которого сняла. Не хотела. Здесь-то все старое. А чего ты не хочешь? Ну что у вас робится там? Тебе надо сапоги. Так надо было, так давай сапоги оденем, да придем. Вот чего, видно, видно. Да сила свиняет с фермы так. Да, да. Так а что до июня месяца сила с ним кормит? Я там, что ли? Что там? Какое там? А трохи на дое и е, не знаешь. С этого боку яблонька, а там и клен сечет. А, там уже совсем раз. Там уже вообще, да там же ноги можно покушать. Уже валяется все туда. Валичалось с того боку. Там все развалено, наверное, с деревья уже внутри в хате. Да, да, поросли. Да. Коридоры там, яблони, коридоры тетки. А Боровичкина хата стоит? Боровичкина. Ой, ее лес. Лес, ну, да я же у вас. Лес посреди села. Ты помнишь, с Андреем ходили, что сюда вообще навеки? Теперь не улезешь? Помню. Теперь уже не улезешь. Так мы трудой бы пошли. Тудой. Ну, тудой. По этой дороге? Не, вот так. Там лучше дорога. Так далеко же воротишься. Ходи сюда. Так пошли поздней. Да выйдем на дорогу. На мокро. Этот старый кусочек не хвалял. А на что и не хвалял? На дрова. На дрова. Уже что расселил тело вот в том хате. Уже тут я живу. Уже. О, это... Я тяну. Блядь, это ягоды.
что на рябиного корчика. А, ну-ну. Вот, и крупный, вот ему надо было трошки. Ну, такие крупные. Я уже повалила сильные. Да. Я с этой черной рябиной варила варенье с яблоками вкусное. Да. Добавляла в яблоки. И знаешь, ну, что робила? Такие джем. И... Фритерные. Не, с яблоками нет. Не-не, а уже есть и так, фритерные. Я их не люблю. И... А вот варенье мы видим. Джемы, рогалики, эти булочки, а какие. Вот вкусно. И не разберешь, что это черная плодка. Ну, да. Это дубок, да, какие-нибудь? Ой, дубок хороший. Дубок майский. Давай проверим, какие розыгрыши на следующий ход. О, хожуков! Майских? Да-да. Погляди, сколько на ветках. А что за жуки? Майские. Давай проверим, теперь уйдешь в следующий класс. А эти душу. Я их боюсь. Андрей, что там еще? Проверим, теперь уйдешь. Ага, давно тебя не посылали никуда. А? Давно тебя не посылали никуда. Не угадаю. Я скажу, то не научила. Ага. Да и все-таки. Ой, дорога. Ох, люди. Ура. Люди, дорога. Люди, рятуйте, дорога. У вас уже парников ничего. Это нет. Липа? Это? Да. Ой, здоровая. Ой, это уставовать. А это машина чья? Это осталось от тех предпринимателей? Это Коли помидоры. Это же парники так развалились. Помидоры рабил. Ой, да выкинь ты едут. Пойдешь. Держу. Ой, разбивались об машину, как ехали. Ну, сегодня? Угу. Пачусь. Да тут еще май месяц уже кончился, жуки появились. Ну? Да-да-да-да, полечу. Никуда упал. Вон, а у нас на даченьке серые. Тут, бать, коричневые, а то с серыми лапами некие. Так это мы там. Ну? Барычишки на хат. Надо опять побрызгаться твоим снастью. Я сказала Андрею, дай побрызгаю. Ай, уже как рада делать. Пластики папоротниковые. Угу. Разросся. Угу. Блин, красивый. Ой, за соки. Ну. Ему там места хватает. 2 метра. Ну. Я себе выкопала. Садила, не принял. Меня построили. Ну. Короче, я уже сгорел. А это вяз? Вяз, вяз. Надо побачить, счастливый мне красный. И не мощно. А ее на тысячу не сыграла. Ну, ты тебя не берешь. Не вися. Вися, что? Да, не упадуть. Что, пошли? Видно, что заболевшая. Некий трактор там гуди. Это что мы как отопли? Сажалку? Да он дома загружает. Ого. Сюда приезжает. Садовая. Да. Кто-то попридумал это название. А вы сказали, что порабили. Сельский совет ходил. Да. Господи, садовая. Не справляли. У людей не путали, как нас. Много питая шепчина. Ага. Вот она же пахнет. Угу. Ну не оторвешь же, бы колючая. А ну что? Нерви. Ну, ах, пупушок, люди. Ну, ну, во, красная будет. Ну, а побач, суки, пупушок на ее. Это верба такая старая? Да. Ой, верба. Здоровая. У вас такая здоровая. Ну. Я же николи не обращаю внимания, еду, поехала. А вот я шкомных бачу, шо. Ох, какая толщина внизу. Ой. Ну, бачу. Там можно дом построить серьезно. Ну. А тут кто косит? А я. А Жданька косит. Кто сейчас разыграет, это говорит, что поехали. А кто сюда с бань косит? А кто приезжает? Они Волька? Кто? Маня уже умерла. На 40 дней приехали и сказали, не знаю, приедем. Воля не вартная совсем. Мать расцвели. А у Оли дети е? А девочка же одна. Одна Сашка, девочка. Да, нема детей? Нет. Ох, какие же маки цветут.
Я же николи не бачу. Погляди, что робится. А эти звездочки тоже. А маки же те красивые. А звездочек этих море. Угу. Побачу, что робится. Маки. Угу. Такие пушистые, красивые. Ужас. Так что все будут свести. Угу. У пушечки. По чужому двору не буду лазить. Цветы завлекли. Ну. Это же тоже декоративный куст какой-то. Это хата Ивана Лиски, да? Вот это вот мне нравится. Всю жизнь я на него завидовала, Мане Лешевой было. А ты видела, что елку уже разодрала? Вот к нам уже сюда в селе, что жила, была у Мани Алешевой. И что она все разорвала? Она старая была уже, та елка. Вот та буряча была, ей не обернулась. Врезали лесничество, дорезало, и бабе Мане привез Саше. Это декоративно, тут же ягод нема на ее. Не-не-не, это просто цветок. Как у Мани Алешевой чья. Вон это копала по себе, бачишь? О, пришла. Вот, надо где-то. И поле. Да, вот мое поле, да. Бачишь, все тут же хаты были. Джегерова была. Джегерова это были. Джегерова, Полияновые. Полияновые. И а там бусло и е на бусловце? Ну, и не знаю. Митрофановича и е. Точно знаю. Вот Ванькины поле. Вообще. А Лискина хата не снесли? Не были теперь даже на Радонеже. Не знаю чего. Никто не был. А чья там вообще хата? А то семейная хоричная. Стоит хата? Где она каждый год приезжала. В этом году не было и в том. Люди напужались этого. Томила я тебе. Цыгана сын приезжали каждый год. А Иван за хатой глядит, Иван Новоселка. Я к нему приезжу, не попошли. Сейчас перестроил, там и калитку зарабил. Хача его шипшина. Не заходил. Ты меня забодала. О, давай посидим. Где? Нема, не дело, ага. Очки. Я тут клешу в жопу налезет. Да я не сильно так им. Это. О, там чисто возле цыганочки. Для цыганочки чисто. Иван, глядите, аккуратненько. Они калитку зарабили, стали загородили, сколько им надо. А туда в Корчах, а он живет. Там дорожка. Там дорожка еще есть. Вот тут у нас. Я бы же сходила на сельсть деда Панаса. Там нема уже ничего. Там яблони только три. Вон тут мелкие. А в Андреевин запил нема. Ну, вот это урезали. У середине в яблонях поврастали те кляны китайские. У тех Антоновках. Як их позрезали. Куда тут ты? Катерина к вам пошла, сказала, Тоню хотела побачить. А иди там, Андрей. Здрасте. Здорово. Побеседую с Андреем. Пошли хоть вольно. Бежи, я не могу. А я же надета. А я говорю, дай жизнь поломить, я бы что. И вот яблони. Все, Тоня, все цвели, все. Вон твоя малю патеньки цвело у него ударило. Ой, мальчик. Не лишь таки хотя бы черную раньше. Трошки правее. И эта та груша цвела, и даже вон завяз цвели. А жабы еще поют? Поют трохи. Слабо жаб, не поют. Тут и жабы уже в этих корчах не водятся. Тут уже чупакабра только. Чупакабра. Здорово. Ворочайся, ворочайся. Чего? Пойдем у хату, бы нас не видно. Бачишь, сколько мы привезли. Сколько на нас всех есть.
солнце светит, а уже солнце сховалось вообще. Как жизнь? И что, поправилась? Толстая. Поправилась. А что ты худенькая? Почему тут худенькая? Если что, то должен забивать не сильно. Так снизу или сверху? Сверху. Сверху. Еще одну сверху купить? Наверное, да. Сверху, сверху. Он залезет. 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 Ну, сейчас прибью так. Нет, сверху. Ну, чтоб сюда еще, чтобы вот так вот. Ну. Чтоб даже не забивал. А что буру берой, так? Нема. Вон шифер положи сверху. Шифер, если положи, то все. Надо прикрутить. Собачья будка готова. Только собака не идет. Только собака пока не идет в нее. Вот она какая. С козырьком. Классная будка. Утепленная внутри. Пенопластом. Красота. Вот это моя кисечка. Что, Мартин, подруга пришла к тебе, да? Едем домой.